Доброе утро всем телезрителям, зрителям видео ВК. Значит, жиза или не жиза? Родила вот третьего ребенка, и все, девочки, зубы посыпались просто, вот знаешь, как это, солонку с солью рассыпала, и как всегда говорят, это к ссоре, блин. Девочки, вот запомните, не только когда просыпается соль, это к ссоре. Когда зубы изо рта высыпаются, это тоже к ссоре, потому что я пришла, говорю, Зай, ну надо что-то делать, что-то делать надо. Зубы высыпались, как тайга, улетели куда-то в неизвестном направлении, все, их теперь никто не может найти, надо новые ставить, американские, виниры. На этой фразе мы и посрались, потому что в нашей семье никто не хочет брать вторую ипотеку на себя. Я так точно не собираюсь. Я вообще считаю, что, знаете, девочки, вот какого хрена мужики техосмотр на тачку раз в году обязательно должны проходить, да? За это же еще штрафует государство. Пусть мужиков штрафуют тоже, если они женам своим техосмотр не делают раз в год. Я хочу раз в год косметологу, пластическому хирургу, стоматологу, я ко всем хочу. Пусть все мне все подтянут, подреставрируют, а то ж они что делают? Потом берут эту бабеночку, понимаешь, с глубоким декольте и меняют на новенькую, да? Давайте так, у меня тоже грудь стоит, просто не в воздухе. Понятно? Лифчик 3D, нормальная штука, там ткань, потом поролон, и сверху груди как веер. Ну что, не стоит? Стоит, пожалуйста, ими даже вот так вот можно обмахиваться в жару. Просто поддержите, девочки, поддержите комментарием. У вас как? Так же?